Студенческие строительные отряды. Они берут свое начало с конца 50-х годов минувшего столетия. В СССР они развивались при поддержке государства и просуществовали до 91-го года. Сегодня бойцы региональных российских студенческих отрядов продолжают славные традиции своих предшественников. Строительный отряд архитектурно-строительного университета выиграл конкурс на право принять участие в строительстве космодрома «Восточный» спецстроя России. Подробнее в нашем следующем материале. О том, как класть каменную кладку и делать перевязку швов, участники студенческого отряда Астраханского государственного архитектурно-строительного университета знают на пятерку. Максим Мерекин состоит в нем с первого курса. Это ему дало возможность не только получить дополнительные профессиональные знания, но и отправиться на стажировку на Дальний Восток. Эта поездка мне поможет в дальнейшем трудоустройстве, также в моей профессиональной деятельности я знаю очень много нового о современных технологиях строительства. На космодром «Восточный» отправились 20 студентов Астраханского архитектурно-строительного университета. Для них это не только практика, но и официальное трудоустройство. Как специалисты инженерного профиля, свои обязанности ребята знают и готовы приступить к работе. Мы будем проводить монтажные работы, будем работать по своей рабочей специальности. Это и бетонщики, и каменщики. Будем вести каменную кладку. Кто-то будет штукатур, кто-то маляр. Ну, кто на что учился, тот там и будет работать. Сегодня бойцы региональных строительных отрядов занимаются пассажирскими перевозками и обработкой рыбы, сельскохозяйственными работами и оказанием сервисных услуг. А специальный педагогический отряд работает в детских садах. Студенческий отряд – это не только романтика, песни под гитару у костра, первая любовь и возможность путешествовать по всей нашей необъятной стране, но и стимул хорошо заработать. Так, в 60-х, 80-х годах минувшего столетия за трудовой семестр студент мог заработать до 1000 рублей, а это в то время были очень хорошие деньги. Материальная составляющая для нынешних бойцов строительных отрядов также важна. Но все-таки больше хочется попробовать себя в настоящем деле. Так, в минувшем году астраханские студенты впервые приняли участие в реализации всероссийского проекта сервисного и сельскохозяйственного направления в Республике Крым. И по итогам работы получили самые лестные оценки руководства полуострова. Я благодарен тем вашим коллегам, которые присутствовали или были в отряде в Крыму, в Севастополе, потому что буквально только вчера получил очень лестные слова благодарности за именно астраханцев, которые очень активно работали, принесли реальную помощь по тем объектам, которые выполнялись. Достижения астраханских студентов не остаются незамеченными. Отличившимся в прошедшем третьем трудовом семестре были вручены почетные грамоты региональных министерств образования и науки и агентства по делам молодежи. Алексей Порядков, Александр Сурикова и Владимир Фролов. Вести, Астраханская область.